это шоу, и каждый здесь играет свою роль. Родители – это режиссеры, одноклассники – массовка, гримеры – гримеры. А сценарий – это судьба, которую вы пишете сами. Я решила начать сегодняшнюю программу со статуса ВКонтакте Наденьки Сысоевой. Вот, казалось бы, да, простая девчушка из Красноярска, да, а какие глубокие мысли смогла скопировать и вставить в нужную строчку. Ну что ж, пока вы смотрите танец, я пойду найду этого субтильного философа и дланью судьбы вычеркну ее из всех сценариев нашего шоу. Мы начинаем! Девчонка, красавица, в красном платьице. Звезды горят глаза, может, ты меня ждешь. Ты мне улыбаешься, мы встречались во сне. Все мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. Моя, моя, моя неземная. Я навсегда с тобой, я любить обещаю. Моя, моя неземная. Браво! Дорогие друзья, ваши аплодисменты! Макс Барских! Спасибо. Кстати, именно песня «Неземная» дала название мировому туру Макса Барских. 20 стран, свыше 100 городов, от Австралии до США, Канады и Швеции. Браво! Ай, прям ноги гудят, не могу, прям хочется снять эти каблуки, весь день на них хожу. Вот это бы я сейчас сказала, если бы все люди на земле говорили правду. Кстати, об этом наш следующий номер. Уф, сейчас бы холодные просечки и в PlayStation прям. Маша, я пойду бухну с друзьями. Потом на обратном пути зайду соседку трахну, так что буду поздно. Плохо, Олежа. Давай. Давай, зато я люблю тебя. А мне с тобой удобно. И помни, я обожаю, сколько ты зарабатываешь. Да, мне повезло. Я работаю на госслужбе и могу воровать сколько угодно. Иди уже и возвращайся, когда захочешь. Фу, как неприятно. Ох, какая ты шершавая, пока. Я не жду тебя совсем. Обожаю оставаться дома одна, можно пукать сколько угодно. Алло. Алло, привет, что делаешь? Чешу ногу. Ладно, мне на самом деле неинтересно. Я обзвонила всех своих красивых подруг, и все заняты. Вот поэтому звоню тебе. Можно я приеду и буду жаловаться на свою жизнь, несмотря на то, что я живу намного лучше тебя? Давай, но только ненадолго, потому что ты меня бесишь. Ну тогда я захожу, я просто уже за дверью стою. Привет, моя знакомая с кучей накрученных подписчиков в Инстаграм. Давай сразу же снимем сторис, потому что я ж только поэтому с тобой общаюсь. Я это знаю, моя обычная. Всем привет, мои накрученные подписчики. Я приехала к Машке домой, и мы сейчас с ней будем делать вид, что нам вместе очень весело и интересно. Хорошего дня вам всем. Плевать на вас всех. Пока. Давай, отметь меня, чтобы твой визит имел смысл. Не отмечу.
Напомни, пожалуйста, где здесь туалет? А то я чувствую, как эти гёдзы с димсамами дают о себе знать. Туалет там. Кстати, я хочу тебе сказать, ты так растолстела. Я очень рада, тебе так гораздо хуже. А я говорила, что третий раз переспала с твоим мужем? Ой, впервые слышу про третий раз. Нет, мне, конечно, сейчас это все жутко больно и неприятно. Чаю? Я бы лучше чуть-чуть понюхала. У тебя есть? Есть, но не дам. Жаль, я надеялась, у тебя нет. Ну как нет? Олега повысили. Здорово, носатая. Как дела, как нос? Все, забываю, как тебя зовут. Это неудивительно в вашем-то возрасте. Я Катя. Ой, дело вообще не в возрасте. Просто ты личность посредственная, неинтересная. Пироги будьте? Нет, спасибо, вы отвратительно готовите. Да я их не готовлю, я их в магазине покупаю. Мам, ну какие пироги? Ну смотри, какая она жирная, ну. Не хотела вам говорить, потому что вы мне никто. Но все равно скажу. Я не поправилась. Я беременна. Сочувствую. Уверена, ты будешь отвратительной матерью. Ну, я тебя умоляю. У него отец так себе. Я же от твоего Олега беременна. Ну, у моего это мягко сказано. Да я никогда его и не любила. А Олегу вообще все равно, с кем спать. Но ты и сама в этом уже убедилась. Да, да. Ой, я не пойду открывать, мне лень. Это потому, что вы старая. Да не, мне пофиг. Я открою. Возможно, это курьер, который привез торт. Мы просто на твое 60-летие тебе сюрприз готовим. Торт. У меня же диабет. Я знаю. В этом и сюрприз. О, представляете, пошел соседку трахать. Забыл презервативы. Олежек, ну как так, как так? Возьми мои. О, спасибо, Маша. Катя, привет! Теща, да когда вы уже сдохнете? Олежа, ну неприлично задавать женщине такие вопросы. Я знаю. Можете обидеться, если хотите. Да какой смысл? Я ж тебя все равно потихонечку травлю. Что-то мне с вами неуютно. Я, пожалуй, пойду. Подожди! Как? Ты разве не хочешь расстроить будущего отца? Олег, Катя ждет от тебя ребенка! Что? Ну как? Мы же с ней занимались сексом последний раз на втором дне нашей с тобой свадьбы, Маша. А это было больше года назад. Блин, а от кого тогда? Ой. Так, все, это за мной. Я просто думала, что вы в черном будете, но хотя так тоже страшно. Нет-нет, я побочный эффект от сыворотки правды. Вы все сейчас находитесь в капсулах на базе в Сколково. Это все смоделированная компьютерная реальность. И мы пытаемся вытащить из вас правду. То есть вы хотите сказать, что есть еще что-то, кроме правды? Да-да, вы должны так думать. Вы все участники эксперимента. Вы даже не семья, а вы не женщина. Блин, я так и знала. Что? Вы нам весь второй день свадьбы испортили? Подождите, а кто мы? Вы Мамаев, вы Кокорин, а вы брат Кокорина. Кирюша? Мы просто пытаемся выяснить, что же у вас там на самом деле произошло. Подождите, а кто я? А вы не женщина, вам что, этого мало? Нет!
Говорят, не в деньгах счастье. Согласитесь, и без них не вау. Где как не в банке специалист нам честно ответит на вопрос, в чем счастье и от какой суммы оно начинается. Блин, да чё он не стреляет? Здрасте. 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 Хочу у вас открыть счет. Вы не видите, я занят. Вот, пройдите пока небольшой опрос, как вы нас нашли. Интернет-рассылка, реклама в метро, флаеры и другое. Да как? Глазами я вас нашла и ногами. Иду, смотрю, ты в витрине сидишь, скучаешь, симпатюля ей зашла. Тогда пишите другое. Я смотрю, мне здесь не рады. Нет, почему? Мы всегда рады новым клиентам. Какую сумму вы хотите внести на счет? 12 миллиардов. Вы что, из Узбекистана? Почему из Узбекистана? Почему из Узбекистана? Я россиянка. Да где это? Ха. Алло. Да, да. Да не, пока просто хамят и все. Ага. Выгружайте там все, что в машине, это все деньги, да. Выгружайте, несите сюда. Я уже дальше не попрусь, да, я устала искать. А, давай. Ага. Подождите, серьезно, 12 миллиардов? А что ты удивляешься, модная нынче сумма. Нормальное число, счастливое. Я просто один себе на карман оставила. Да, я люблю это рынки выходного дня, понимаешь? А там карта фиг рассчитаешься. Поэтому 12, а не 13. Подождите, я правильно понял? Вы наличными будете класть? Ну, конечно. А как еще-то? И вообще, можно как-то побыстрее? Мне уже руки устали. И у людей там тоже руки устали. И у детей людей тоже руки и тоже устали. И мы уже все как гориллы с этими деньгами. Господи, так что же вы стоите? Может быть, вы приляжете? Ага. Вы хотите какой счет? Накопительный или сберегательный? Я уже накопила, сберегла. Давай просто на текущий. Чтобы они лежали и отдыхали. Вот как я сейчас лежу и отдыхаю. Да, и потом у вас на долларовом счете там вообще какой-то процент невыгодный. 4,2% от 12 миллиардов, это получается... Я даже эти копейки, я даже считать их не хочу. Ага. Вы что, хотите положить 12 миллиардов долларов? Нет, блин, рублей, а. То есть бонусы «спасибо» вас не интересуют? Нет, спасибо. Хотя... Не-не, спасибо, спасибо. Хорошо, смс-оповещение подключаем? Ну ты бы себе подключил. Вот сделай как себе, вот так же. Ага. Послушайте, а давайте мы вам специального человечка представим. Он будет ходить за вами везде и будет сообщать, сколько у вас на счете осталось. Ну зачем ты? Ну, допустим, я пойду, я не знаю, там куда, в аптеку, да? Купить там, ну что мне надо-то, господи, что мне надо? Ну, капли в нос, допустим, да? И что, и он тут же, ты вот так вот встает и говорит, на вашем счете осталось 11 миллиардов 999 миллионов 999 968 долларов, что ли? Ну, зачем эта информация людям, которые за мной в очереди в аптеке стоят, а? Миленький мой, ну войдите в мое положение. Да, я пытаюсь войти в ваше положение, правда. Но у меня не получается. Я вообще не понимаю, как люди входят в такие положения. Могу я вам предложить воду, чай, кофе? Шампанское, виски вашего года рождения? Я, в принципе, сама это могу всем предложить. В любом филиале. Во всех филиалах, да? О, кстати, при открытии счета от банка вам поступило предложение по кредиту. Я даже не знаю, озвучивать вам его или нет. Давай. Давай, удиви меня. Давай. Боюсь, что не смогу. Может быть, вы хотите застраховать свой вклад? От чего? От дурного глаза. Ну... Я тебя умоляю, все в порядке будет. Тогда специально для вас у меня есть индивидуальное предложение VIP-пакет. Че там? Все то же самое, только при входе вам будут целовать ноги. И здесь. Я не хочу, это не люблю. Понимаю, понимаю. Ладно, в таком случае мне понадобится только ваш паспорт. Слушай, нет, я не... Не, я забыла паспорт, я не взяла. Ой, ну, ничего страшного, может быть, у вас есть водительское удостоверение? Я пешком. Страховка? Абонемент в фитнес-клуб?
О, есть пипочка от домофона. Сейчас. Идеально. Да? Так, ну что ж, теперь осталось придумать кодовое слово. Ну, давай придумывай. Так, ну что там обычно? А, либо кличка собаки, либо девичья фамилия матери. А если они совпадают? Это как? Лёлик. Лёлик. Ну, Лёлик, это очень коротко, может, добавим цифры? Напишите Лёлик 12. А почему 12? Я понял, да, смешно. Только ни в коем случае никому не сообщайте ваше кодовое слово. Вы что не сообщаете? Ну что, ну добрее надо как-то быть. Что не сообщаете? Я же вам сообщила. Вообще, вы знаете, я за богатством не гонюсь, а оно меня постоянно догоняет. Потому что бег не мой конек. Ну все понятно. Откуда у вас денежки были? Допрыгались? Как вам не стыдно вообще? Уберите ноги с дивана, Лёлик 12. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы дико извиняемся, а можно как-то побыстрее с клиентами работать? Нам просто надо 36 миллиардов на счет положить, а у нас банкомат 24 миллиарда заживал. Куда вы приперлись в миллионный банкомат со своими миллиардами? Миллиардный банкомат, он находится на Остоженке, это все знают, вы туда идите. А, точно, спасибо. Слушайте, окладите ноги на меня. Сама? Нет, 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 что вы, что вы, что вы. Что вы будете делать после окончания шоу Comedy Woman? Какая она, ваша идеальная старость? Ой, вы знаете, я мечтаю в старости переехать в Амстердам. Потому что я хочу веселую старость. А там мне точно будет весело. Ну вот, я буду жить там, ко мне будут приезжать внуки. Мне с ними будет весело, и им, соответственно, тоже. Я прям вижу, как мы там играем, бегаем, прячемся, лазаем. Я в любой момент могу заснуть, притвориться, что ничего не слышу, ничего не вижу. Поймать сельдь. Короче, с голландской бабки взятки гладки. Идеальная старость? Подождите, а вы это у всех спрашиваете или только у меня? С Куглем тоже спрашивали? Конечно. И что, она ответила? Мне просто интересно. Какая старость? Я так далеко в будущее не заглядываю. Я живу сегодняшним днем. Она реально так это сказала? Не заглядывает она. Что там заглядывать? Там же оглядываться надо. Я сейчас сдохну. Фу, зараза. У меня тут ничего не потекло. Старость? Ну нет. Я для себя уже давным-давно решила. Я умру молодой. А! Опоздала. А Марина всех будет сидеть и слушать? Ну какая старость? Это девочки пусть переживают. А я слежу за собой. Я не пью, не курю. Спорт у меня регулярно. Я вот сейчас, я в лучшей своей форме. Фух. Что с ним опять? Дождь. Так у нас все лето дождь. Так он все лето и валяется. Господи, сколько там? Я не вижу ничего. Да я посмотрю. Чуть дальше. 80 на 60. Ну, для него это высокое. Так, я... Высокое. Я смогу. Я смогу, я смогу. Нет, не смогу. Не сможет он, я же знаю. Ну, я так себе вижу. В общем, идеальная старость – это дом престарелых для звезд. И там мы все. Все там поголовные. Там Филипп Бедросович, я, Николай Викторович Басков. Ну, в общем, мы там все придумываем. Клипы снимаем. Тут же сами себе их показываем. Ну, а что? Никого не слушаем. Хаем, ругаем, хвастаемся, хвалим. Премии вручаем. Ну, хороним. В общем, мне кажется, из каждого повода мы делаем ивент. И уверен, что пенсия-то классная будет. А что? Мы все заслуженные. Я точно буду заслужен. А где будет находиться этот дом? А где у Пугачёвых дом? Я в старости подстригусь в монахине. Ну, где-то вот так примерно. Я хочу, чтобы меня в криокамере заморозили на 20 лет. А потом разморозили. Ну, только так, чтобы все девочки были еще живы. Но старые. Представляете, как я кайфану на этой встрече старых подруг. Да, смешно. Но пока это невозможно. Ну, жопу тоже когда-то было сделать невозможно. Так что я на всякий случай коплю. Вы знаете, сколько в нас сил и здоровья? Мы больше 10 лет скачем, пляшем на сцене. Я уверена, еще 10 лет будем.
Растение для высадки на дачном участке. 7 букв. Над. Рассада. Подходит. А, то есть антилопа через А пишется. Идеальная старость? Ой, в деревню к себе вернусь. Скотину домашнюю заведу, козу Катькой назову. Корову Ангара, буду драть их, как сидоровых. Курицу Наташка назову, вот. А остальные овцы, Машка да Надька, буду их кормить, тискать, ласкать, любить. Да, вспоминать былое. А осенью зарежу всех и продам. Ну, а весной новый сезон. Да. Я тут погуглила и узнала 3 самых больших страха у женщин. На первом месте страх стать плохой хозяйкой. На втором вылететь первой на конкурсе красоты. И самое ужасное – это умереть ненакрашенной. А вот у мужчин, как ни странно, всего один страх – оказаться в приемной комиссии военкомата. Годен. Да как годен, вы разве не видите, в каком я состоянии? Ничего страшного, турничок за 2 года выправит. Какие? 2, там же срочники, 1 год служат. О, Ларка, внимательный, в разведку пойдешь. Давай, шагом марш, 1-2, 1-2, в так попадай. А ко мне недавно один этот пришел, призывник с матерью, представляешь? Да? Мамаша говорит, сыночка у меня один, я, говорит, без него не могу, он без меня не может. И сует мне деньги в конверте. Мне. Я принципиальный человек. Ты меня знаешь. Я принципиально взяла деньги. Принципиально. И отправила их служить вдвоем. Будут в полке мать и дитя. Следующий. Призывники светятся. И мы сидим вообще-то без свинцовых фартуков здесь. А мы еще, может, рожать хотим, да? Стоп-набор. Господи. Это что ж теперь в армию призывать даже ангелов? Не бывает же таких красивых призывников. Молодой человек. Вы, наверное, ошиблись. Здесь у нас не модельное агентство, у нас военкомат, чистилище. Я знаю, я призывник. Призывник? От слова похоть? Сколько ж тебе лет, рекрут? 26. 26? Интересно, где это? Ты все это время сексуально бегал? Что? Я говорю, в каких это божественных ваннах с парным молоком купали твое военнообязанное тело. Я моделью в Париже работал, в доме Гуччи. Гуччи случай? Так это ж... Как? Как люди такую красоту из дома-то выпустили, а? Или это ты что, подкоп сделал, что ли, в самоволку убежал, да? И прям прямиком к окулисту, да? Слышь ты, к окулисту, слюни ты подбери. Парнишка сразу видно пришел к венерологу. Вон стоит, чешется. Малыш, не хочешь ли прогуляться по крышам кожевен диспансера? В простынях с Маргаритой Мультфильмовой. Хватит смущать призывника! Ой, этот витаминный салатик. А вас случайно зовут не Клим Похотенко? Нет, Стас Никончук. Вот,
Я же говорю, ко мне. А не кончук ты, потому что бабы у тебя хорошей не было. Ну. Судя по фамилии и по внешности, ты точно не годен. Ага, давай, приспускай трусы. Дар, ты чё? Давай. Ты же окулист. И чё? Окулистам в нашей стране запрещено свои желания вслух, что ли, говорить? Так? Не слушай. Не слушай эту старую-престарую тетю. На своей жизни видела только две буквы. Вон. Ш и Б. Шаболда. Давай лучше я тебя послушаю. Ой, фонендоскоп сломался. Я тебя ухом послушаю, как нас в мединституте учили. Ухом? А Маргарита Павловна что, медуху-то заканчивала в средневековье? Может, ты ему еще пиявкой присосешься и дурную кровь пустишь? Да как такой вот железякой холодной к такому телу прикасаться? Он же весь гусиной кожей пойдет, а я ее кошкам выкидываю. Так, так, послушай. Дышите. 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 Нежнее. Глубже. Глубже. Тише. Громче. Громче. О. Так ноги-то нафига слушать? Ты, Лара, если пропустила в медухе кожное дыхание, то заткнись. Человек, он всем телом дышит. Кислород от головы по всему телу идет. А не дай боже, у него где-нибудь там подколенная закупорка образовалась. Подколенная закупорка? Это твое слово секретное в Сбербанке, да? Дай посмотреть более широким специалистам. Так, иди-ка сюда ко мне. Зачем? Как это зачем? Взвешивать тебя буду? У меня колени точнее любых весов. Иди сюда, видно, что давно тебя никто не взвешивал. Иди, иди, давай сам. Ага. Покойчиком, покойчиком. Ровненько, да. Ух ты, какой орешек прям. Так вы же окулист, а зачем вы меня взвешиваете? А я совмещаю. А я и лор, и окулист. И весы. И весы. Я по гороскопу весы. Давай, открывай рот, доставай язык. Давай. Да мы тут все. Мы тут все совмещаем. Тебе так, Стасик, повезло. Я по счастливой случайности еще и проктолог. Так что вставай, я приступлю к своим прямым обязанностям. Пойдем за ширмочку. Господи, никогда я с таким удовольствием не говорила слово «нагибайся». Так, так сейчас решим. Ну, а, походу, не успела ты торжественный тоннель открыть. Главврачиха приперлась. Девочки, а что у нас там за очередь в коридоре, а? Что вы тут возюкаетесь? У нас план 17 человек в минуту! Светлана Николаевна, у нас такой тяжелый случай, мы не можем определить, годен или нет. Ну вот, да, смотрите. Ух ты! Этот призывник? Можно я ему хотя бы глазное дно посмотрю? Лара, остынь, я сама посмотрю. Никогда еще с таким удовольствием я не шла на работу. Ну, таким ангелом только в авиации, да? Давай, пойдем, посмотрим, в каких войсках ты наслужить будешь. Возможно, даже в ракетных. Показывай свою ракету. Снимай трусы! Так, стоп, комедия! Рома, выключай камеры! Отставить снимать трусы! Так всем оставаться на своих местах! А ну-ка, отошла от него! А ты быстро надел трусы и встал у меня за спиной.
Ну? И чья это была идея? Запихнуть моего жениха в этот извращенский номер? Катя, мы думали, ты в курсе. В курсе чего? Что вы похотливые лосихи? Или в курсе того, что вы не прочь лизнуть кого-нибудь с плоским прессом? А тебе я сколько раз говорила, не открывай свою гримерку незнакомым стареньким тетенькам. Да почему вы Гудкова-то не взяли в этот номер? Да я говорю им, посмотрите! Ну правда! Ну правда! Ну правда! Ну целый час ведь стою мёрзну! Ну посмотрите! Да уйди, Гудок! Никто не будет смотреть! Я не буду смотреть! Никто ничего у тебя не будет смотреть! У тебя нечего смотреть! Ну посмотри! Ну можно! А я посмотрю! Конца в номере все равно нет. А, нет, есть. Странный, но конец. Дорогие зрители, признаюсь вам честно, я очень волнуюсь перед следующим номером. Натусь, ну не волнуйся. Давай просто включим расслабляющую музыку. Так, подожди. Может, музыку другую поищем, а? А зачем? Я уже все. Ничего не изменилось. Да ладно, тогда Модиак Бичо, Михвархар Залиан, Михвархар Залиан. Обожаю, когда ты говоришь по-грузински, это так сексуально. Что ты сказала? Я сказала, здесь немного зябко. Ну, сифонит из-под двери. Либо кондиционер выключим, либо я все-таки юбочку надену. Housekeeping, уборка номеров. Спасибо, нам не надо. Открывай, собака сутулая! Я знаю, что ты там, и не один. Так, это кто? Я не знаю, давай не будем открывать. Женат? Ах ты, дрянь! Ай, блин, прям с железным замочком попало. Так, ты чего? Ты не смей притворяться мертвым! Ну что ты прикажешь делать? Ситуация стрессовая. Открывайте, собаки! Вы что там, слиплись? Так, все, я выламываю дверь! Где она? Ты что, выломала дверь? Я тебя спрашиваю. Где она? Ты понимаешь, что за это придется платить? Мне плевать, сколько тебе придется платить за эту проститутку. Я тебя еще раз спрашиваю. Где она? Какую проститутку? Ты что, не понимаешь, что проблема в двери? Проблема в том, что ты выдумал командировку в Пекин, а сам снял номер в гостинице Пекин и расплатился моей кредиткой. Мне СМС пришел на телефон. Ты реально тупой? Так не смей притворяться мертвым, скотобаза! Я тебя еще раз спрашиваю, где она? Так, все, прекратите. Здесь я.
Женщина, я вас сразу заметила. Где эта проститутка? Да что за неуважение такое? Да здесь я! Женщина, я не про вас. Где та, с кем ты меня пытался извинить? Да вас что, не смущает, что я без юбки? Пипец так смущает. Только мне сейчас не до этого. А вы тоже мне обслуживающий персонал, а? Вы постельное белье пришли менять или свое? Так, во-первых, я без белья. Во-вторых, я не работаю, я из обеспеченной семьи. В-третьих, я та, с кем у этого молодого повесы намечалась сегодня интрижка с хэппи-эндом. Это реально смешно. Ой, ты мне еще в КВН не нравилась. Заткнись! Так, все, женщина, идите. Хотя нет, женщина, подождите. Вы здесь никого не видели? И женщин, кроме себя, нет. Как же так? Ну не могла же я так ошибиться, а? Ну, у меня как женщина, женщины должны понятно. Ну, приходит поздно, постоянно с кем-то переписывается. Провоняла этими духами-вонючками. Вы, кстати, меня тоже провоняли. Ну, что мне делать? Взглянуть разлучнице в лицо. Да я поймать ее не могу. Так я и не прячусь. А чего прятаться? Прыгнули в игрушки плюшевые, хрен тот лечит. Так, все, я устал слышать этот бред. Катя... Это она. Где? Да здесь я! Это? Она? Так, ну давайте взглянем в зеркало и заодно правде в лицо. Но у меня нет ничего, чтобы могло тебя привлечь. У нее что, идеально длинные ноги? Нет. У нее что, от природы красивые сиси? Но тоже нет. Она что, сексуально говорит по-грузински? Дебило вирешвило, и цераз гизавшань! Офигеть! Ты что, извини... Ты что, изменил меня с этой игрушечной женщиной? Ну почему игрушечная? Это мой натуральный рост. Так подождите, у вас есть еще хотя бы две сестры? Нет, только одна. Вам зачем? Жаль. Так вами хотя бы можно было пожонглировать. Да чего мне все применение ищите? Как будто сами себя уже везде применили. На вас, между прочим, вообще пахать можно. Привязал к лошади ногами, и вот этим вашим плугом можно всю деревню спахать. А если у вас еще и сестра есть, так и лошадь не нужна. Прости меня, родненький, я все поняла. Ты импотентом стал. Давай уйдем отсюда, мы все поправим. Женя, не уходи, у тебя суставы. Суставы — это нормально для нормального человека. А вот если тебе ногу оторвать, поролон торчать будет. Женечка, миленький, ну скажи мне, где вы с ней познакомились, а? В поликлинике? Возле желтого ценника? А? В ЖЭКе? В ДЭЗе? В ТЮЗе? В ГДЕЗе? В ПИЗе. Пошел ты по наклонной. Почему же? У нас с ним все чин-чином было. По 8 раз за ночь книжки читали. Как жаль, что я нож дома оставила. У меня с собой, подождите, о, только пилочка. Ну вот это мачете
может стать для вас роковым. Давайте так. Вы сейчас срочно садитесь вот на эту муху и летите по ее делам. А я боюсь, мы далеко не улетим. Мы будем вокруг вас кружиться. Так, писюля, родная моя, она никуда не уйдет. Да, я никуда не уйду. Да, правильно, мы уйдем. А женщина пусть остается. Знаете что, вот идите в мини-бар, заходите, не стесняйтесь. Орешки там попересчитайте, бутылочки попереставляйте. В общем, сделайте все под себя. Ну как ты не понимаешь, а? Мы решили пожениться. Да. Втайне от меня. Ну и как давно вы решили? Печати в паспорте поставить? Ну сколько Лёшке нашему? Ну год. Ну все правильно, 5 лет назад получается. Что ж это получается? Променял меня на уют? Да что, тебя в кровати со мной не хватало? Да я кроме кровати больше с тобой ничего не видел. Да, а у нас с ним нормальная семейная жизнь. Я его со скандалом друзьям отпускаю. Кредитов набрали. Ругаемся постоянно. У меня даже один раз ударил. Да, у меня до сих пор коленка болит. Да, у меня не судорога. Бьет, значит. Получается, у вас все серьезно. Ну не плачьте, вы такой хороший, вы мне так нравитесь. Вы знаете, он меня в кровати вашим именем называет. Знаете, как мне лестно. Дорогая, если бы не ты, я бы не встретил свое счастье, правда. Ну, только не бросай меня. И меня. Хорошие мои. А вас не будет смущать, что есть я? Меня? Нет. Я ж вообще, я секс-то не очень люблю. Я гуманитарий. Вот мозг кому-нибудь, это мое. А секс собирайте, ради бога. Фу! Не могу здесь больше сидеть. Где они? Кто они? Я тебя спрашиваю, где они? Ну вот они. Да их я вижу. Трусы мои где? Фу. Вот они. Грязь. Женечка? Да. Самое время падать в обморок. Ой, не знаю, как вы, а я в мини-бар. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Поаплодируйте всем этим смешным, удивительным, самым лучшим в мире девушкам, всем вместе и каждый в отдельности. Поднять вам настроение. Наденька, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Тамара Турава, Екатерина Варнава, Надежда Ангарская, Марина Федункин, Екатерина Скулкина. Ну и, конечно же, наши самые лучшие в мире мужчины. Евгений Балаган. Друзья, как вы поняли, Comedy Woman – это то место, в котором побывать приятно, а вспоминать потом не стыдно. Comedy Woman – берегите женщину.